Такое разнообразие флагов, костюмов и красок увидеть можно только на Олимпийских играх и на зимнем фестивале по массовым танцам на льду «Красногорские звездочки». Он проходит в округе в 5-й юбилейный раз и посвящен 60-летию местной школы фигурного катания. Отметить это событие вместе с красногорскими спортсменами и заодно показать свое мастерство приехали участники из Люберец, Москвы и Санкт-Петербурга. У нас именно только сегодня командные танцы, командные программы будут. Каждая программа включает в себя элементы одиночного катания, синхронного, парного, какие-то театральные моменты, сюжеты, перестроения. То есть очень красочно, интересно. Фестиваль собрал фигуристов от 5 до 18 лет. Каждая возрастная группа выступает в своей номинации. Всего в соревнованиях участвуют 11 команд. Свои таланты демонстрируют не только девчонки, но и мальчишки. Фигуристы из Санкт-Петербургской школы-студии «Маска» впервые оказались в числе красногорских звездочек. Команда из северной столицы оба своих выступления посвятила теме экологии. Это актуально в настоящее время и актуально не только для взрослых, но актуально для детей. Они переживают, рассказывали родители, что они раздельным мусором занимаются. Да, то есть как-то массы продвинуть – это благое дело. Глубокомысленный и красочный посыл фигуристов школы «Маска» высоко оценили судьи фестиваля. Коллектив за оба номера удостоился первых мест в номинациях «Карапузики» и «Незабываемые мелодии». Без наград не остались и команды Красногорской спортшколы «Зоркий».